Я Александра Роксолана. Я никому не говорила о своем горе, ни с кем не делила его. Я вырвала его из себя, выплеснула в море, где его забрали волны и унесли прочь. На все, что причиняло мне нестерпимую боль, я отвечала смехом. Я лила слезы лишь по своей семье. Я пошла вопреки судьбе, превратив девушку-рабыню в могущественную госпожу. И вот я там, где навсегда изменилась моя жизнь и судьба. Во дворце султана Сулеймана. Этот дворец, который сначала я хотела сжечь, нынче служит мне домом, родным очагом. Могла ли я знать, что мое сердце, когда-то замиравшее от жажды мести, вновь будет биться от любви? Я Хюрем, рабыня султана Сулеймана, его наложница, его госпожа, мать пятерых его детей, его законная супруга Хюрем, его нектар, смысл его существования, его возлюбленная, его сияющая луна, его самый близкий друг, знающий его тайны, первая среди красавиц Хюрем. Я Хюрем, счастливая мать Мехмета, Мехримах, Селима, Баизета и Джихангира. Хасаки Хюрем Султан. Дети мои, я дала слово себе и вам. Я поклялась. Я обещала, что придет день, и передо мной преклонят колени все, перед кем прежде склонялась я, чтобы целовать подолы их платьев. Этот день наступил. Когда счастья не знал.
каждый миг, что прожил. О тебе вспоминал. Как же счастлив я был, когда счастья не знал. Жить я спешил.